В конце сентября алтайские студенты-медики проведут диагностику различных заболеваний у жителей отдаленных сел. Профилактическое мероприятие приурочено к общероссийской акции «Добро в село». Известно, что в работе примут участие студенты медуниверситета. Будущие врачи с помощью манекенов научат местных жителей оказывать первую помощь и предотвращать появление неинфекционных болезней, в число которых входит онкология, инфаркты и инсульты. Для школьников студенты подготовят ряд лекций о здоровом образе жизни. Помимо этого, добровольцы помогут облагородить территорию фельдшерско-акушерских пунктов. Напомним, Алтайский край остается на первом месте рейтинга по числу болеющих граждан по подсчетам Минздрава. По данным Алтайкрайстата, с начала 2018 года по июнь в регионе умерло более 17 тысяч человек. Самое высокое число летальных исходов от болезней системы кровообращения и новообразований.